Поэтому, как говорится, люди рассказывают, ну вот я решил тебя тоже записать. Еще раз расскажи про эту женщину, что там, я не совсем понял. Ну, случай был такой в России. Вот, женщина одела новые туфли. Ну, и, разумеется, по тем дорогам, как там она ходила, натерла пятку. Угу. А это мы все знаем, когда новую неразношенную обувь одеваешь, она бывает такие неприятности, то там, то там. Да. Вот, и вот она терла, и вот как раз случай этот у меня миловойка, я ей предложил. Она взяла раз, я же говорю, она уже почувствовала, ну как, конечно, потом пластырь еще сверху, почувствовала, что облегчение какое-то, она уже облегчает то, что масло, видимо, смазывает и все прочее, ну как это, делает более терпимым. Да, миловойка, она проникает в глубокие слои кожи, да? И имеет такой обезболивающий эффект. Да, да, вот именно. Потому что она ну, то ходить не могла, то ходила, и при том, она, я же говорю, в этих туфлях она так ходила 2-3 дня, и в результате и это зажило, она просто была поражена. Ну надо же, говорит, так, говорит. Я, говорит, никогда не думала, там же у них тоже есть какие-то средства, в аптеках берут и все прочее. А это просто действовало великолепно. Вот. Так что, здорово. Я не знаю, были там у тебя такие случаи, что уже говорили об этом или нет, а это вот очень хорошая штука в этом случае, например. Молодец, хорошо. Ну, спасибо, да. Тебе. Будет что-нибудь интересное еще, потом расскажешь мне, хорошо? Хорошо, хорошо, Витя. Да. Чрезвычайно сложный по химическому составу, содержащий не менее 48 ингредиентов, в частности такой уникальный, как пиридов лорен, которого нет в составе других растений, обладающих бактерицидными свойствами, как, например, розмарин, эвкалипт, является мощным природным антисептиком и используется во всем мире. Эффективное средство против инфицированных ран, оказывает болеутоляющее и противовирусное действие, обладает противогрибковыми свойствами. Область применения его невероятно обширна. Убедитесь в этом сами, ведь масло чайного дерева эффективно используется. При всех проявлениях простуды, насморки, боли в горле, кашле, ларингите, бронхите, а также ячменя, губневой сыпи, герпесе, трещинах на губах, кровоточивости десен, как болеутоляющее средство при ожогах, в том числе ядовитыми растениями, ревматизме, растяжениях, синяках, мозолях и волдырях, при дерматите и всевозможных кожных заболеваниях, как экзема, псориаз, опоясывающий лишай, тропические язвы, бородавки, ногтевая инфекция, а также успешно применяется для защиты и при укусах насекомых, эффективно при уходе за нашими любимцами, домашними животными, как профилактика против блох, помогает избавиться от аллергии и зуда, вызванных укусами насекомых, при покраснениях и воспалениях. Да ничего, вот я вот смотрю, я говорю, я уже вроде забыл тебя, ну а потом вспомнил, как, ну конечно, миловойкой я пользовался все время, все это время, но вспомнил при том случае, что буквально где-то 2-3 недели назад я порезал палец, просто ножом вскользь, и, видимо, его сильно повредил, много кровотечения было большое. Ну, я, разумеется, сразу же думаю, у меня, собственно, медикаментов других уже не было, я при переезде медикаменты убрал, и только миловойкой, раз, туда, все, и закрыл пластырем. Какое-то время, ну, я напрягался, конечно, этой рукой, она все равно, пришлось напрягаться, и она раскрылась рано. И я еще потом миловойкой опять пластырем заклеил, потом третий раз, всего лишь 3-4 раза я все это сделал, да, и вот представь себе, я могу тебе сейчас показать, я говорю, ты можешь увидеть, например, как у меня, что у меня с пальцем. Но... На пальце абсолютно ничего не видно, даже разреза не видно. Вот. Ну, видимо, там... Ну, а рана была глубокая, да? Да, вот она, вот. А-а-а. Вот она, ну, там, может быть, след остался, конечно, но дело в том, что, конечно, там я, видимо, глубоко порезал, зацепил нерв, но дело в том, что меня удивляет одно, что срослось, тем более, что там была, как бы сказать, разрыв был где-то до 2 миллиметров она расходилась рано, при напряжении, когда я тяжелый поднимал. А приходилось поднимать, никуда не денешься, и молодец, срослась. Вот что удивительно. А где еще?